Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Among Us. Не стоит вам объяснять, что это такое. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет! Привет! О, привет! Меня зовут Витарис. Подписывайтесь на мой канал, слушайте Версачи для Дащи. Подписывайтесь на меня, и на просто Макса. Привет! Привет! На всех людей, у которых будет канал в этом видео, я оставлю ссылку в описании. Да? Да. Все, кроме вроде меня и Даши, да? Не, у Даши тоже. А тут получается только у вас двоих. В общем, мы играем в обычный режим, не кастомный, обычный такой. Among Us, Виталик бегает, Виталик Мадоночка, я военкомат. Весело. Можно запускать? Да-да-да. А я спагетти. Ладно, все, поехали. Я фиолетовый парень, я зарублю вас все. Давайте. Ну, потому что я убийца из ФНАФа. Что мне еще делать? Вот тут баран. Так. В общем, думаю, правила игры вам не стоит объяснять. Эта игра сейчас взорвала все, что только можно, чаты. Вообще даже не стоит, что она только взорвала. Да. Обычно я это с первой попытки прохожу, но это ладно. Вот. Игра, которая породила много мимов. Много смешных моментов и много веселого всего. Да. В общем, очень популярная игра. И я решил ее не записывать до этого момента, во-первых, потому что мне надо было настроить программу для записи. Вот, да, и во-вторых, не очень-то хотела, чтобы все подумали, то, что ё-моё. То, что типа это. Какие-то. Ну понятно. Галя! А чего у тебя под ногами труп был, Максим? Да ну, обоснуй? А я думала, это а ваш вопрос? Знаете, анимации включены? А я Витарис. Нет, а я Витарис. А, выключили? Ну ладно. Да-да-да, выключили. В общем, смотрите, можно я объясню? И так как я нашла труп, захожу я такой, опа, труп. Я решил специально его не репортить. Я его специально решил не репортить, чтобы типа это увидеть, вдруг там кто-то решил через вентиляцию не уходить. Подхожу я там, там где вентиляция, и там Галя. Так вот, теперь я скажу. Давай. Типа, я была до этого в электричестве, выключила свет, и такая, да ну, уже хорошо. Кого-нибудь из вас есть задание? Ну, там анимация. А можно не перейти? У нас нет анимации, они у нас выключены. А, окей. И то есть я там делал задание, короче, 1, 2, 3 вот это вот. В электричестве? В электричестве. А, сверху. 1, 2, 3? Там нет. А, да. Я помню, По таймингам где? А, по таймингам, ё-моё. Так бы и сказала о тайминге. Я думал, 1, 2, 3 даже реально. Так легче называть, 1, 2, 3. Я спускаюсь вниз, у тебя труп под ногами, вот это вот. А давайте начнем, что я предлагаю. Давайте его скипнем в этом раунде, потом пойдем за Галей и за Максимом, ну, типа, разделимся, посмотрим, как они выполняют задание, и потом лучше. А мы же договорились, типа, группами не бегать. Блин, мне кажется, если ты пойдешь за ими обоими, они тебя оба убьют. Да нет, у нас один предатель. Допустим, вот Арсений там с Галей, я там, допустим, с Максимом, типа, это. Так мы же сказали, типа, так не бегать разве. На пару. Так мы же сказали, лоб так побегать, алло. Ну просто типа проверим, ну, типа. Нет, смотри, почему они бы оба тебя убили? Потому что Максим убийца, а Галя бы просто тебя убила за то, что ты ходишь кучами. Реально. Блин, скоро спину. Ну, я скипаю, типа. Ребят, побегайте за военкоматом, он подозрительный. Короче, я за самого подозрительного честно голосую. Можете с чего посмотреть, но я задание выполняю, давайте. Принято решение пропустить голосование. Ой, поезд забыл. Мешай. Так. В общем, продолжаем работать. Мы же рабы нашего молокозавода. Так. Галя сейчас может меня убить. Надо бежать от Гали, потому что, ну от Фиолет, я сразу говорю, то, что спагетти до Гали. Мадоночка, я тебя вижу. Так, что у меня по заданию?
Походу оно ведь так. Можно глянуть по тайм. Ого! Так, ну, в общем, все. Мы знаем то, что это не она. Потому что, когда выполнила задание, та сдвинулась. Так. Хотя я помню, как я так же делал. Просто, типа, стоял и ждал, когда та сдвинется, и отходил. В принципе, может быть, и она. Мадонночка здесь проходил. Все, что... А, ну да, это может быть. Мадонночка Виталик. Ну, или же Витарис. Ой. Ну все. Не различаю цвета, а дальтоник. Пипец. Может, по камерам что-то увидим? Да, ну нет, ну нет. Подходи. Не подходи! Так, полк, что-нибудь здесь. Что мне позада... А, погоди, стоп. Я же здесь задание. Ладно, мы не будем ходить по парам, потому что злятся. Так. Кого? Где? Где ты? А? Кто улитка Боб? Улитка дебил? Улитка Боб сдох. Понимаешь? Нет? Ну ладно. Это Даша. Так, значит, смотрите, сразу скажу, что подозревать меня это очень подозрительно. Так что не надо так делать. Подозревать меня это очень подозрительно. Если что, я там, короче, все здание выполнила, я тоже есть что. У меня. У кого здания остались? У меня последнее здание осталось. Кстати. Блин, Диану убили. Там Виталик что-то сканирует. Я видел то, что Диана выполнила задание, и она видела как... А, кстати, погоди, еще раз, так где труп-то нашли, так и не сказали? Кстати, да. В этом, в админке. Максим, ну ты же знаешь, где труп нашли. В смысле? А я-то тут при чем? Максим, скажи просто, я предатель. Скажи, я предатель. Ты же убийца. А почему я? Не, ну просто скажи, я предатель. Я предатель. А, ну все, голосуем Максима. Признался, все, он признался. Все, он признался. Да-да-да-да, он признался. Стой, подожди. Смотри, подожди, я не знаю почему, я не знаю почему, но я подозреваю Макса. Почему? Ну я не знаю, просто он какой-то подозрительный. Он сказал то, что это он предатель. Мне кажется, это военкомат, у него не красный. А, ну точно, да, я ж забыл, точно. Кстати, могу доказать, смотрите. Вот, блин, Диана умерла. На самом деле, она, я навидела, как ты сделал задание, и у меня двинулся таск. Но у меня есть последнее задание, в котором двигается таск. Да-да-да-да-да, ты выполнил задание убить Диану. Ну да, конечно, Максим. Ребята, таски по мне, серьезно, я могу показать, у меня задание запоминалка, там очень высокий таск. Я самого подозрительного. Я тоже. Все уже поняли, да? Подождите, а кто в кого вкинул? А? Я в самого подозрительного. Я тоже. А как так вышло-то? Если это ты, то я буду смеяться. Нет. Не, ну я обиделся. Я же говорил. А, да, точно. Так. В раз настрое. Я сейчас будет. Это Галя. Стой. Не, ну это очень грамотно. Вы проиграли. Арсений, быстрей! Да ты не туда бежишь, дебил! Это она! Беги! Нажимай! Макс, тебя ничего не смущает? Что? А, да. Забыл. Слава. Ну это, по-моему, это КД! Это Галя. Чёртова КД, да забейте, там 2 секунды оставалось. Всё, ну это прям Галя сразу видно. Так, во-первых, потому что сразу видно, только Галя так. Ну и только я и Галя. Хотя, может быть, и я. Да, это да, голосуем Максима. Ребята, это Максим. Максим, отвечаю, Максим. Это Максим, да, это Максим. Да, отвечаю, Максим. Спасибо, Арсений! Спасибо, Арсений!
Господи, я думала, что вы за Максима проголосуете. Кстати. Да я выиграл! Я выиграл! Лохи! Максим был убийцей. Всех... Да! Реально, да-да-да, Максим. Да-да-да, Максим. У меня просто КД, мне не хватило 2 секунд. Я вообще сначала подумал, что это Максим, потому что он побежал, встал АФК и начался саботаж. Уля-ля, ой. Все. Да, Арсений. Ну то и все. Не подходи, не подходи. Это по-моему Галь. О, слава богу, все здесь. Ну что вы делаете, дебилы? Идиоты! Спасибо. А, в общем, у нас тут задание. Как видите. Вот, задание. 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 Все, что тебе надо? Все меня убьют. Вот еще задание. В общем. Не подходи! Да не подходи, ну пожалуйста, ну не надо, не надо. Где? Где? Около кислорода в трубку, короче. Ну короче, я видел, это навряд ли Галя, потому что она шла в это время. То есть я видел ее, а я еще от нее. Ты понял, как я тебя боялся? Можно я договорю? Я договорю. Виталик подтвердит то, что это не я, потому что я выбросила мусор. У нас нет анимации, Диана. У нас нет анимации, Диана. Короче, это но навряд... все равно, это знаешь, что, все равно я тебе верю, но ты там как бы стояла, да. Мне кажется, ты не предатель. А может, я не перебиваю? Я думала, что у нас анимация есть. Диана. Нет, я же говорила. Но мы же 100 раз... раз уже Виталий, говорили. Я забыла, Диана. У нас... Виталий! Чё? Извините. В общем, короче, это навряд ли Галя, потому что я еще такой захожу в этот, в администрацию, она там стоит, это, карточку проводит. Я такой, не-не-не. Она еще выходит, такой, блин, а чё она за мной бежит? Она убегает вниз, я такой, ну все, спокойно. Она бежит обратно, я такой, да блин, не-не-не. Я кручусь вокруг этого стола, она уходит и находит труп. Я такой, ну все, слава богу, навряд ли она. Я просто посмотрела, я думала, а чё мне за тобой, типа, просто мы вдвоем. Ну как бы, смотри, у Гали такая тактика есть, убивать трупы, потом находить его через пару минут. Но она не успела так быстро убить и тут же репорты, там время. Вот, а она прям только зашла туда и тут же нашла. Это навряд ли она, потому что, во-первых, она стояла в этом. Как бы, не, конечно, может быть, это недалеко, но навряд. Я пока что, у меня нет подозрений ни на кого. Мне кажется, что это черный, потому что он черный. Я толком ничего не запомнила, потому что я бегала, планала, да не все. Ну ты, я только видел, ты вроде как карточку проводила, да? Да, но там задание 3 или 2 осталось. Короче, я просто добегаю, потом, не знаю, на камеру либо в одну пойду, буду смотреть, что как тут. Потому что я так всегда делаю, я обычно бегаю, быстро выполняю задание. Виталик, голосуй за самого подозрительного. Давайте, короче, пока скипаем. Окей, ладно, я скипаю. Давайте. Блин, вообще ничего не понятно, честно. Продолжаем мы наши телепередачу «Убей или будь убитым». Сдохни или умри! Куда я бегу? Ну, понятно. Подходи. Блин, убийца же, если что, увидит меня. Почините свет! Подходи! Не, навряд. А вы что, когда говорят, типа, это... Типа, вот это вот игрок, вот. Да не подходи! Ты не подходи! Фшу, вон! Где лампочка? Я слышу, тут где-то лампочки какие-то. Сверкают, типа, когда выполняешь это задание. Вот что это за лампочки. Я еще не мог понять, что это за лампочки. Да вы гоните. Где? Хотела пойти скачать файлы в управлении, там управление труп. В управлении? Ну, в админе, короче. Понятно, короче, где карточка. Галь, ты откуда бежала?
Я сейчас бежала с нету, короче, в 02, и меня, короче, видел это. Кто меня видел? Я тебя видела, я тебя видела. Да, Галя, я тебя вот. Видела. Вот, она меня видела, потом я побежала вверх в столовую, потому что у меня в меди скан. Я хотела еще на кнопку нажать, сказать, типа, вдруг у кого-то скан есть. Вот. У меня, короче, скан есть. Но анимация... Ну подожди, это... у нас же все равно анимации нет. Не-не-не, прикол в том, что если у двух человек скан, то, типа, если там один человек встанет... Кто вылетел? Виталик. Я так и знала! Виталий, тебя опять убили? Yep. Виталик, знаешь, поздравляю с повышением. Не, Виталик, ну, чё сказал? Не, ну... Мы всегда же подождём. Да, Виталик, ничего страшного. Я так и думал, что у меня вылечит. Ну, вот почему постоянно, Виталик, когда я предатель, у меня вылетит? Я так и знал. Да на тебе подозрений нету. Знаешь, как у меня кстати, сердце бешено колотилось, когда я вот убивал Дашу. В общем, пока что на этом все, так что ждите продолжения, оно скоро будет. А пока что подписывайтесь на всех, кто в описании, ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на меня. Всем пока.